Что-то в этом интерьере мне кажется явно лишним. Похоже, на этом платке пятна крови. Вот теперь у меня есть отпечатки пальцев телефонного террориста. Эй, есть там кто живой? Тебе кого? Мне нужен Богдан Ламейко. Вы его не знаете? Богдана? Знал его. Хороший мужик был. Пропал. 10 уж. Вот как оно бывает. Вышел утром из дому и не пришел больше. А кто сейчас в его квартире живет? Да никто. Мамка его куда-то то ли в деревню, то ли в дом престарелых перебралась. Бомжи всякие селились. Да, я их выгнал. Пьянь они. Дом еще спалят. Бывает, правда, девка какая-то заходит. Нормальная. Не шумит, никого не водит. Может, и родственница какая Богдашкина. Не знаю, не спрашивал. А вот с этого места поподробнее. А ты что, интересуешься? Не из ментовки случаем? А что, похоже? Было бы похоже, я б тебя на порог не пустил. Я частный детектив. Веду расследование. Вон на как. А девка-то что, маньяк-убийца? Возможно. Это она? Похоже. Но не она, точно. Я вот что еще спросить хотела. Давай спрашивай, а я отвечу. Я сегодня добрый. А что он был за человек? Отличный мужик был, не жлоб. Займы всегда давал. Да и водили сюда деньжата. Он на мусорке ездил, всегда заначку имел. Работа водителем мусоровоза считается хорошей службой? Вот сразу видно бабу. Ничего не понимаешь, там и оклад хороший, и возможности. На свалке знаешь, что делают? Нет. Вот ты хорошо. Это тебе не сейчас. Тогда мусорка какая была? Просто грузовик бортовой. Вываливаешь бачки в кузов, накрываешь этим брезентом и роли по другому адресу. Набрал полный борт и на свалку. Тяжелая работа. Зато выгодная. Богдаш здорово прибарахлился, когда на помойку ездить начал. То рулон линолеума припрет, то посуда надыбает, а остальное и не вспомню. У него в машине ящик деревянный стоял. Богдан туда интересные вещи складывал. Очень хозяйственный был, ничего у него не пропадало. Слушай, мне нужна твоя помощь. У тебя телефон есть? Есть. Богдан еще в свое время к себе провел, а я потом к той линии запараллелился. Ему теперь телефон без надобности. Выходит, ты даже телефон той квартиры прослушать можешь. Как только она появится, сразу звони мне. Делать мне нечего, как за чужой квартирой следить. Мне деньги зарабатывать надо, семью кормить. Что ты от меня еще хочешь? Я этим альтруизмом не страдаю.
Это компенсация твоих расходов. Посиди несколько дней дома и посмотри за квартирой Богдана. Договорились?